знаходимося на контрольно-пропускному пункті Зайцево на лінії розмежування біля гуманітарно-логістичного центру, який працює з 28 серпня. І ми тут, власне, щоб з'ясувати, навіщо люди сюди приїжджають, які тут ціни і взагалі наскільки це вигідно для людей, які приїжджають сюди з непідконтрольної території. Здебальцево. Наскільки тут ціни по сравнению з Дебальцево відрізняються? І відрізняються ли взагалі? Ну, отличаются. Дешевле здесь, конечно. Как часто удается приезжать, выезжать на эту территорию? Да редко, раз в месяц. Тяжело, много блокпостов. Опять же, проверяют, считают килограммы. Так как разрешено вывести 50 килограмм продукции, либо на 5000 гривен. Это, скажем так, протокольное решение Совета национальной безопасности. Надо увеличить эти нормы. Большим спросом, я хочу сказать, на площадке пользуется, конечно, овощная продукция. Это картошка, так называемый борщевой набор. Цены мы смогли здесь удержать в рамках украинских. За то, что вот, чтобы здесь продавать свою продукцию, нужно платить? Значит, да, в дальнейшем это будет нужно платить. Значит, первый месяц мы вот сейчас сделали, никто не платит за место. Почему? Потому что нам привлечь нужно сюда покупателей. В дальнейшем будет взиматься плата, сейчас готовится калькуляция. Но эта плата будет такая, что предприниматели ее потянут. И, естественно, это рынок. С Горловки. С Горловки. Mm-hmm. Здесь выгоднее покупать, чем там? Дешевле? Ну, дешевле, конечно. Как часто вы приезжаете сюда? Ой, первый раз. Вот это первый раз приехали сегодня. Трудно выезжать, поэтому не можем выехать каждый раз. Вот, очень проблемы большие на блокпостах. Проблемы на украинском? Мало блокпостах. И здесь то же самое. А что именно большие очереди? Очереди, очень большие очереди. Сколько вы сегодня стояли, чтобы добраться? С 3 часов ночи. Вот на сегодняшний день с той стороны, со стороны Майорска, перед въездом на украинскую, контролируемую украинской армией территорию, сложилась очередь 5 километров. Я просил бы, чтобы, если кто-то услышит, чтобы все-таки продумали, как изменить ситуацию. Потому что, в первую очередь, создание таких центров, это показы, мы показываем того, что помним граждан Украины, живущих на той территории. Второе, это наполнение нашего бюджета налогами. Ну и третье, это, конечно, в какой-то части перекрывает поток контрабанды. По периметру площадки выкопанное защитное сооружение, своеобразная траншея, в которую в случае угрозы бомбежки или, как здесь говорят, прилета, люди могут спрятаться и пересидеть. Есть два банкомата Ощадбанка и два обменных пункта Ощадбанка. Курс здесь хороший, поэтому люди заинтересованы приезжать сюда. В основном представлены все заводы украинских производителей. Цены минимальные по сравнению с Артемовском, даже цены ниже процентов на 5-10. Люди постоянно рады, что в данный момент могут приобрести на этой территории препараты по таким ценам. В принципе, препараты всех групп действия пользуются очень большим спросом, потому что там этих препаратов просто невозможно купить на данный момент. Я буду биться за то, чтобы здесь находилось со следующего месяца обязательно отделение Укрпочты. Они уже подъезжали, но так как надо получить разрешение, то они будут работать с 1 октября. Я хочу здесь разместить отделение Новой почты. Хотелось бы, чтобы нашелся нотариус, который находился бы на этой площадке. Хотелось бы, может быть, чтобы даже здесь находился какая-то вместе с нотариусом юридическая служба. Чем больше будет народу, тем будут ниже цены, тем будет лучше и нам, и людям, проживающим на временно оккупированной территории.